Это 500 рублей выдают. Вам по сколько уже лет? Да? Да. Хватит. Ну сколько? 73. А мне 80. Да? Ну ладно, тогда вам бесплатно. Нет, сегодня. Давайте. Я вам скидку сделаю. Возьмите. Не надо мне денег. Это вам подарок на Новый год от меня. Спасибо. Живите долго и счастливо. Спасибо. Здоровья вам. Да хер его знает, вот как вот брать с них бабки? Нас всех это ждет, вот они просто трясущимися руками в больницу приехали, с тростью еле ходят. Нихуя не видят, даже 500 рублей от 100 отличить не могут. Как я должен, блядь, с него взять эти ебаные 100 рублей? Вот это вот тоже для компании такси вот должно быть на заметку взято. Вы должны этих пенсионеров за свой счет возить, блядь, и платить водителям. Чтобы вы всех пенсионеров регистрировали в такси как отдельных людей. И возили их за свой счет. Их не так много, сука, и у вас 100% хватит на это денег.